Сегодня, в день Великого церковного праздника Богоявления, многие православные берчане посетили храм, прошли крестным ходом и окунулись в крещенскую купель. Как это было, расскажет Аркадий Ефимович. Сегодня великий православный праздник – Крещение Господня. По преданию, в этот день пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордань. С 4 часов утра во всех бердских храмах проходило богослужение, посвященное этому большому празднику. Крещенские традиции вековые, и сегодня много православных берчан с самого утра находилось в храме. Ведь самое главное в этот день – всей душой обратиться к Богу. Молюсь за своих детей и внуков, чтобы они были здоровы, счастливы, чтобы у них в семье все было хорошо. Попросить прощения за все, что плохо сделано. Среди присутствующих немало совсем молодых берчан, которые пришли сознательно, не ради моды. 1000 лет назад, в 988 году, как бы было крещение Руси. И каждый год мы его отмечаем. Как бы для нас это священный праздник церковный. По завершению службы горожане во главе со священнослужителями вышли из Преображенского храма в направлении Бердского залива, где обустроена крещенская купель, или, как ее еще называют, Иордань. Крестный ход сопровождали машины ГИБДД, скорой помощи, полиции, МЧС. На улицах, по которым проходила процессия, работники ГИБДД поэтапно перекрывали движение. Во время крестного хода к нему присоединялись все новые и новые горожане и группы, вышедшие из других храмов нашего города. Люди православные, люди, которые чтут и почитают свою, в общем, прошлое, культуру свою, они здесь сегодня, потому что этот праздник имеет большое значение в жизни каждого православного человека, в жизни каждого русского человека и вообще в жизни каждого человека в мире. По прибытии крестного хода к ремиксу, где была сделана купель, состоялось еще одно богослужение и освящение Иордани. Бог Иордан, не крещающийся тебе, Господи. Людей собралось очень много, и после освящения каждый мог умыться святой водой из проруби и набрать этой воды домой. Для тех, кто решил окунуться в купель полностью, оборудованы раздевалки, баня, на снегу постелено свежее сено, чтобы не мерзли ноги. И желающих искупаться полностью оказалось тоже немало. Вы знаете, никогда не делала этого, поэтому решила, что сделаю это первый раз для себя. Преодоление себя. Когда мы идем в святую купель, Бог дает нам очищение и обновление. Пусть же будет так. Благослови нас, Господи. Мы этого не помним. Когда мы рождаемся, мы, наверное, чувствуем себя именно так.